пятницу в детско-юношеской спортивной школе прошли заключительные игры по волейболу среди учеников старших классов. Матчи проходили напряженно и собрали немало зрителей. Очень красиво сыграли финальные девочки. Это первая школа и третья. И мальчики, гимназия и первая школа. Игры были непредсказуемые. За первое место среди парней боролись ученики гимназии и первой школы. Игра была насыщена острыми моментами. До последней минуты не было ясно, кто станет победителем. Но команда первой школы смогла выйти вперед. На данный момент мы выиграли чемпионат города по волейболу физическому уже 13-й год подряд. Это далось нам довольно-таки тяжело. В связи с тем, что много людей поуходило с нашей школы, и нам пришлось играть, грубо говоря, очень скромным составом. Такие эмоции словами не передать. Мы старались, мы тренировались в течение двух недель, и результат дал себе знать. Сегодня финал выдался хорошим, команды шли на равных, но одной команде повезло, другой нет. Досадно занимать второе место, потому что мы третий год подряд уже занимаем второе место, выходим в финал, играем с первой школы, но у нас не получается. В следующем году я надеюсь, что мы выиграем уже. По результатам финальных игр среди парней первое место завоевали ученики первой школы. Второе место досталось гимназии. На третьем месте – третья школа. Среди девушек на первом месте – школа номер 3. Второе место досталось ученицам гимназии, а на третьем месте – школа номер 2.